как чемпион МДЛ Индонезии и Окта как... Да, мулай juga, udah mulai juga. Теперь в основном... Ой, Барвак, Дян, все, гантенг, ан. И мы смотрим за ними внимательно. Да. Reset, фокус, ген. Алят ke sini, ya. Bunda Rosa menggunakan Novarianya. Novarianya gue udah denger nih power, guys, ya. Bunda Rosa nih, dia jago main Лилия ама Нова. Ох, какая механика, как точно он выходит из-под атаки соперника. Kemarin emang Brusco Mino-nya di-ban semuanya tuh ya. Kalau dikasih Mino ya Brusco ya. Bonyok. Bonyok. Turtle enggak kalau gini? Apek, 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 mau ngapain apek, apek, anak pep. 10.000 dari Luazi, pesan bahasa kasarnya Bugis tahu galusan. Bugis itu mana ya? Bugis itu Makassar bukan? Makassar ya itulah, Lasso Nu Sunda lah, Suntili. 10.000 dari Angelatan, pesan Ihsan ayo main lagi. Buset, Роса! Aduh, mati cowok Роса! Роса, Роса! Bener aja lah, bunda! Alien, dikejar sama Ират. Gak bisa sih, gak bisa mati sih, Ират. Jangan dipaksa, Ират. Ат, flicker lu ntar. Gak ada flicker, aman. Полный хп у Бананы и... Нет, притягивает Ирада, хотят забрать... Коблема! ...команды RRQ получается! Апекс великолепный хил, но будет сбить! Бананы не туда делает протокол... Скорее туда! Алиен, анзинг, ни гоцек! FVP нет. Itu kalau Lemon yang ngelakuin itu udah FVP seminggu, Cok. Bocek-bocek kayak гитu. Синим бафе уже что-то происходит. Waduh, di инфет, Cok! Ну тут, честно говоря, Бакси как будто отступил от этой должности здесь брать как-то. Иклан модал дуар мерах, как ada iklan, tangan gue di atas, jelas-jelas. Gimana mau iklan, guys? Момент то, что увернулся в последний момент, по-моему, это был Элен от спала Авроры. Там тоже такой манс был. Как ada iklan? Четвертый левел имеется, только-только откатился ульта. И можно что-то попробовать придумать, тем более интересная позиция у Скайлера. Очень интересный лейтгейм у каждого. Эпос менang, cur. Ini, gue peduli nih, RRQ dulu, menang apa enggak. Некоторое количество урона для того, чтобы леснику команды RRQ было посложнее перемещаться. Все время наказывает. Ези готов размениваться по ХП и таким образом немножко приостанавливать быстрое передвижение соперника по карте. Да, там параллельно вместе с этим появляется... Алиен. Бусет, алиен, чё? Бусет, йо-йоин, гиду, банана! Бочер! ...заставляют стянуться отсюда. Апекс сражается с ним Бруско, рядом выходит Скайлор. Ульту отдал, но урона просто нет. По нему теперь приходится упрыгивать отсюда на мобиле. Анжинь, Скайлор! Бо, фликер дея! ...выкидывает свою ульту. Анжай! ...ультой обладает, если что, может дать... Клауда фликер! ...если получится зафокусить, но, судя по всему... Ила, си-ми-си, мрутку си. Да, основные касты у каждой... Ya mending dibayuanin deh kak. Gak tau sih ya bisa di ini apa enggak. Ya bakal tetap jalan sih Bennett. Но Apex прекрасно это все понимает и пытается заставить Минотавра страдать в самом начале, еще не подходя к объекту. Одновременно стрелочки подобрали в одну сторону, вроде хотели потом в другую. Dari level jungle kita lihat di sini si Tian Zi menang satu level ya dari si Rat. Sekarang levelnya sama. Lima orang dari RRQ udah stick. 10.000 dari Ilham Kota, pesan si tiba-tiba iklan taik itu namanya Ye. BTW kapan kota Safe Chips? Ya mati Ratnya. Banana bunuh dia, banana. А, обещание. Энтеда. Окей. Да. Кажись, на самом деле это и может произойти в теории вместе с ним. Очень классно отмансил. Клауда Эрл, не Клауда Скайлер. Дан мачем-мачем, ну. Блом дапат айтем аже ини, бляу. Nanti udah ada item, dia jam-jam ya. Mau nih mati nih, Роса. Ария. Ele, guys. Uduh. Okta ketarik. Oktanya mau balik sih, Brusco-nya mau ke depan, Cok. Wah, bahaya nih Brusco nih. Сочно. Бунда Роса, ini ngeri banget, Cok. Пока что, казалось бы, именно RRQ должны инициировать, но оказывается, что Аврора лакомый кусочек. Бунда Роса. Находится. Бунда. Здесь может что-то особенное сделать.
на Тавресле, что имеется ульт. Прекрасно. Я говорю, Митягися, тапы кмарин, кэтом бусанц. А там не кэл. Опа! Шикарная позиционка. А, гамся не буди. Тратал на грусе, дюга, гамся не буди, гэс. Смог ее добить, правда, еще и не потратил, если что. А ты идя лаксом, ган? Я. Теперь еще и за Тензи. Тензи на лоха поостается. Не лоха. Сам-сам-мати. Это вот Ират! Ааааа, Ират! Он живет. Но нет, Ират все-таки не хочет. Ади, что не Ират. Своим соперником Банана делает еще один мув. Минус 3 на черепахе. Orang gila lu san kayak gitu kan memang gua gila. SGM. Tinting gila miring. Хочу отметить безупречную игру Бананы. Orang rumah gua aja enggak mau, cok, nemenin gua katanya. Jangan ditemenin orang gila. Сделать много грязного в этом файте, и я думаю, он именно ключевым звеном. Kalau ngalangin TNG. Apa peduli gua? При всем RQ все равно не смогли разыграть тимфайт максимально хорошо. Скайлер атакует вперед, играет по башне, промахивается, не попадает по апексу, у него сбиваются стаки. Но для Клауда... Русия мы малу. Лай, не буган Русия, я. Это мало чего, Firefox. Хорошо просаживает оппонент. Руки, он да пинда, я. Будет пытаться забирать... Трахер, дай бланк, как гопа с канала, но ранг Русия, я, когда. Сейчас может себе вполне себе это позволить, тем более заберет пачечку. Правда, стягивает сюда банана, как будто вышку не готов он вполне себе здесь отдавать. Да, откушал спокойно крипов. Правда, похоже, нет. Все-таки вышка упадет, он не смог капу добить. Да, Эли, он очень грамотно сыграл, уворачивается от ульты. Он не тастас гиту банана. Прекрасно умудряются уворачиваться игроки команды Fireflag тогда, когда это надо. И рад снова. Да я лу алиен я. Армати лу. Ini 304 cok. Oh banana juga 402. Верно. Читафина появляется на Фредди. Маскировка решает. Лер, цабут лер. Должен спалить инфу. Теперь нужно упрыгивать отсюда. А, udah gak ada wave-nya. Аман, ya. Неприятно. Минус половина лица у Скайлера, но он выживает. Вот это Навария, та самая, которая опасается все, которая банит постоянно. Но в этот раз RRQ решили отдать. Почему бы не посмотреть на Розу? О, решил тапчо. Я могу дефенд апа нгани бауня не, а там умит. Но никто ее не взял. Вот это интересный момент, мне кажется, это одна из первых игр, где Джой не была задействована именно здесь. Абсолютно на равных Русско! Играется именитыми своими соперниками. Опасня, анчур. Элен хорошо... Бунда Роса? Ас, анчинг, дикнаен дилер, чао, Бунда Роса. Лия, гимана ты, пас кена... Тем временем Бенедетта на топе пропушивает линию чуть ближе к соперникам. Нужно не отходит РРК, а вот это очень-очень рискованно. У Fireflags хорошее преимущество. Но только проблема в том, что... Бунда Роса. А Fireflags... Они даже кэрри сюда стянули, поэтому могут вполне себе подраться. Бруска стянули, он флик тратит. Пытается отпустить, но кажется, в него въелись. Минус Бруска, 5000 кп. Там работает. Да, Сират! Винтуло, Ират! Банана, теперь нужно прыгать, получается, у него сделать свой Бенедетти. Ирада вцепились, Ирад. Лера, Мильба, Лер! Здесь, да, он, конечно. Найс! Эмон, Ирад не рад, ты бьем, как майн-майн, дарик, марен, я. Gak ada lawan. Gak ada лаван, чё. Да, Роса? Да, Роса? Аду, кена лаги Окта, нет? Сейчас Т2 уничтожил Клауд, пока мы с вами наблюдали за сражением на Лорде. Ну, хочу отметить, что Лорда забрали именно РРК Хоши. Да, очень важно. Очень важно. И то, что они не особо там погибли, они одного бакса отдали. А, нет, прошу прощения, Бруска еще погиб, да? Угон, он там диспикер, я, кита стоп, как гитя. Ульта от Бруска была пронаблюдена мною, надеюсь, что... Добро по орам, не кена Бунда Роса. Да, Минотавр немножечко... Много хп теряет, у него большие проблемы против Чичи. Да. Не хочется от Чичи каким-то образом уходить на своем ультимейте, и поэтому грамотная игра со стороны эксплейнера Fireflags. Кок Селин мау янджинг ама чоу кэй гини? Я мемэнг дя анимал лофер, гайс. Именно RRQ. Мемэнг дасарня дя анимал лофер. Синта бинатанг. Они точно использовали свои... Овро бэтрл. Лорд идет по верхней линии. Есть некоторая опасность для... Дикатен анимал. RRQ как будто не торопится. Кира гуа сакит. Приняли решение отдать этого лорда и немножко пропушили так же... Она же гоняли дуитнер. Поэтому как будто... Она найдет я. Вполне себе устраивает. Айлен немножко прошивает его банана, но не сильно. Пол хп потерял. Не фатально для него. Сейчас восстановится спокойно. Даже на базу, возможно, не надо будет отступать. RRQ не торопится. Они, видимо, они считают, что... Хотя против Наварии, против Кэри воевать достаточно нужно аккуратно, и не всегда это легко сделать. Но Файер также уверен в своих силах, находит банан. А, съема на дебанана. Хоп, и кобел френдин.
Асиаман. О, Скайлар си фрифарминг ини, гэс. Уля, get ready аде, а? Декстер! Are you getting fed, buddy? Просто они не отпускают. Чари на моя фас Агнес. Куда? Маси аде лу. Фас Агнес, фас Агнес. Спокойно забирает сейчас баллисту ближе к топ. А, уже сакет не Скайлар ли? Тут нельзя влезать, его просто заберут, и в итоге соперник будет обладать дополнительным преимуществом. Впервые за матч RQ выходит чуть-чуть вперед, восстанавливая паритет со своими соперниками. Ну, у них на центре еще вышки стоят, что с одной, что с другой стороны. Но вот если мы обратим внимание на топ и на бот, то увидим, что Firefly там нет. Лордня как ada guna gitu ya? Да, именно мат играть сейчас позволяет. Ini 34,7 juta duitnya guys ya. Di Skylar banyak banget nih. Lu lihat ya ntar ya damage cloud ya. Ini game baru saja dimulai, kita fokus game dulu. Karena yang di sini yang gue pedulin cuma satu, Sony udah ikut perang ya. Если ты не отпушиваешь линии заранее. Тон Бунда Роса нет? Окей. Эмбай Лу, я. Айо, Бунда Роса. Эмбакан саджа лансунг. Клуаркан саджа. Мо клуар ди мана, Бунда Роса? Ди Клауда? Болеh. Aurora? Болеh. Бебас, пили аджа, Бунда Роса. Банально не хватает контроля. Ах, кена Скайлар ту. Кена Скайлар ту, я. И уходит отсюда вместе с... О, бочер, смочер. Всех тут светит спокойно. И ребята из Fireflux готовы здесь... Бочер, смочер, ракичо. А, габа-баба-баба, Бенедетта здесь сплит. Айо. Двух игроков одновременно РКУ идет. Брапот. Найс, Иран! Это ло, Иран! Джагу банан, чо, ретриня не анжинг. Может быть продолжить здесь? Банана хочет что-то... Бухан майн, джинг, ретри, Иран. Fireflux разбежались. Не очень приятная ситуация. Посмотрите еще... Три на боте пропушено. Лаги на танцах, бокап. Пропушено. Теперь нам нужно следить за тем, чтобы эта вышка не была забрана тем самым лордом, который идет как раз-таки по боту. Синий тут себе тензи оформляет, его никто не мешает. Но Fireflux сейчас Ален, Ален. В таком уже втором. Да сакет ими. Балер, тас дебек лулер. А это тулер. Тембак лу палай рикет. Очень точное попадание, но этого не хватает. Тензи с маленьким запасом. 10,000 dari ZXC. Pesan, Sony kemarin pakai Layla San Moni Moni. Aslan, brand dia pakai Layla. Apa gimana? Oh, pakai Layla dia udah pakai Layla kemarin pas lawan Dustful, kalau nggak salah. Belar, tas dimana keler? Nah ini nih. Sakit ya. Они очень грамотно делают за счет того, что они все вышки уже снесли по всем. Аурора di sini rada susah sih. Интер depan dong, coba bisanya. У самих же все стоит на центре, все в порядке. Блакан мино аджа уда. В общем, в этом плане именно построением играют достаточно хорошо. 100 секунд до лорда. Очень неплохой заход от RRQ, они снесли C3. Анджинг, пистол, чо? О, пистол, я говорю, это ATT. На лорде ты будешь получать очень хороший бонус, потому что тебе не нужно будет особо отвлекаться на ту линию, а вот сопернику придется. Кроме того, через Бенедетту вообще можно запушить трон, если соперник не уделит должного внимания защите. Кстати, хорошая... Лаги он, Бунда Роса. Эп, ketahuan! Ada Brusco di sini. Ха! Найс, я! Секунду, зафокусили на... В Апекса въелся, Апекс отпускает. Банана тут через стрелочку уходит. Сакит банан, чо, Скайлар. Очень-очень сложная ситуация для Fireflux, потому что RRQ пойдут вперед сейчас. Да, до лорда еще целая минута, но здесь можно очень хорошо либо захалдить линии, либо попытаться даже сыграть в Т3. Но, скорее всего, RRQ подхалдят. Не любят игроки этой команды рисковать на самых-самых дальних стадиях турнира. Если бы это был какой-нибудь 1-8, 4-финал... Моды Бангсин, ты сам, Скайлар, моды Джонгкок. Дя как Джонгкок, то, си Лермен, я. Лермен ту гак Джонгкок, гас. Дя нганкан, калу мейн. Син, то кибо это baru tuh jongkok. Здесь другая. Мо ди курси, мо ди апа, тетап jongkok. Некуда. Тем более они ведут по счету, они прекрасно это понимают, они ведут по надворцу 3000, у них все шикарно. Территориальное преимущество тоже за ними. Финал не будет, где уже 3-4. Да, ну Fireflux. Ada lower ya berarti ya? Кто-то из Fireflux выходит очень далеко. Его быстро. Ой, perebutan juara 3-4. Gua kira ini lower, cok. Достаточно удивительно для меня, ведь у Fireflux очень хорошая инициация, но Minotaur лучше в игре контр инициация. О. Minotaur
на развороте сыграл, и вы, получается... Алло, Нунгиня, да, два майонеза Вильмаром. Несколько раз одновременно, и это все переворачивает. Карто гуа пенгендали танах. Анжинь. Эффект нанто на фатар, гэс. Маглум ла, я. К сожалению, не смогла увидеть Кэрри, но Скайлор уже может потихоньку подключаться к своему ультиму. Там кого-то можно попробовать его зафокусить. Бруска, ульта ни по кому не попала, теперь есть инфа о том, что... Бруска, я ему понял. А это здорово для Fireflux, появляется шанс. Бенедетта тут же от РРК убегает на другую линию. Не см... Нужно внимательно смотреть за этим. По Бруска можно попытаться доиграть. Fireflux должны забирать этого лорда. Бруска падает. Сапулурибу, Дэри Дивит Вама, Кусан. Сегодня же стриму Марим Рокет Берсамаку. Ему дит. Ай, литу дит ya. Siapa yang dapat lordnya? Минус рад. Ya, Fireflux dapat ya. Проблема единственная заключается в том, что Бенедетта пропушила. Аду, а мать пичо си Роса. Настроение там-то три, и теперь трон будет потихонечку пушиться со стороны бота. Они даже вынуждены были Кэрри оттянуть очень много именно микрозадач. Ох, там мисс. Iya, mencoba peruntungan tuh dia, guys. Аним, kalau bahasa caster gitu tuh. Sedang mencoba peruntungan. Пожалуйста, вернись, говорят. Наверняка фанаты команды Скайлор. О, промахивается ультой, ни по кому не попадает. Но все-таки ульта успеет восстановиться. Но сейчас по Скайлорам можно попытаться... Должны терять все Т2. Дай, дичь, лет дилу. Им вали атас. Может быть, если Т3 как-то надо заходить. Но возвращаются погибшие игроки со стороны синих. Ультината. Оборот во все оружие. Лорд идет по топу очень медленно, вальяжно. Рядом его преследует Фредерин. В общем, спокойно сопровождает. И лорд заходит. Т3, он также будет у нас усиленный, поэтому эволюционировавший практически уже там с 15 секунд, и он сносит у нас строение Т3 на топе у коллектива. Амани, нема, амани! Да, таким образом у каждой из команд отсутствует Т3 на противоположных лайнах, и здесь много будет зависеть от того, где будет находиться лорд. Лорд более удобный, между прочим, для команды RRQ, потому что соперникам придется защищаться на большем удалении от файта. Точнее, наоборот, для Fireflux более удобно он. Именно RRQ придется держать линию, и таким образом это численное преимущество на лорде. Но можно найти килы перед... Бугу-батук-батук гини, гэс, я. Огромное количество... Гу салам масан койл, чо. Яг инту койлнэ буат салтик. Гу масанген фрибес, га дарасанэ, джинг. Асмня апа. Взять соперника врасплох. Золотой метеор появляется, тем не менее, уже у Скайлора. Он уже очень одетый. Посмотрим теперь на Кэрри. 14 тысяч. Кэрри тоже, на самом деле, если мы глянем, у нее есть ветер природы. Если что, она подсейвится. И, честно говоря, уже менять особо нечего. Единственное, что ботинок можно будет призадуматься как-то сменить. Вот там фото нет, там на танной. Она уже готова. И она сейчас и будет делать. Астральное эхо по трем героям. Сейчас готова сносить на ботинок. Где ласло, Вуктер? Спокойно ее снесут. Демек банана, я ему это умею бегить, чё? Я слышал гид, когда мен Беннет. Пытается вылезти, но далековато. Далековато, не хочет заходить, потому что риск слишком велик. Аду, ни джангл тэнгня уда mulai nggak begitu kepake nih, guys. От игры, когда Fireflux играли против своего соперника вчера, когда практически казалось бы без шансов, RRQ тоже не все. Фаня lagi udah sakit banget nih pasti nih. 10.000 dari ZCC. Pesan kemarin Layla Sony dikasih telur lawan brand tonton aja San. Itu ya yang dikatakan viewer 17.0 itu ya. Ну и будет борьба за синий, кто же ее победит на самом деле. Там все-таки... Манкуат, чигас, блин, гас. Собирает, да, причем, причем не даже не смайтил, подожди, да? Да, он даже не смайтил, он просто забрал его колесом, очень... Нет, я ntar, я он и клан Брэн, это seru banget sih. Прекрасная игра. Seru banget sih, ты чё? Причем эволюционировавший и такой желанный для обоих коллективов. Да. Игор, boleh dibantu like-like-nya dulu, yo, satu like sama dengan satu doa untuk RRQ menang, ya? Для своей команды, для соперников вряд ли они согласятся с этим. Линия особо не пушится, но на всякий случай РРК подпушивает немножко бот и будут пытаться поймать Кэрри. Эквилибром на топе нормальный, у нас держится в центре, хотя я вижу немножечко пушится стороной РРК Хоши, но там уже пошел Скайл. Да джаган чачо. Мне бусен банат, дэнгар ката-ката иту. Там лорда потихонечку бьют, и если фармакс, то лорда примерно, да, не хотя в радиусе от него. Да Скайлор спокойно. Гиту га гуа лэк, а. Аник баняк джуга, чо, хейтерс дисини. Да нужно будет. Пензи немножко форсирует. Yes. Kalian tuh harus bisa ngeliat orang lain seneng, guys. Invis, я вижу, Sunshine пошел. Lah kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Nah. Nah, juga sih, guys. Gue dulu nggak gitu, cok. Dulu gue liat. Ya, bunda Rosa. Nih, mati karinya, ngapain ini kalau kayak gini udah mau ngapain? Lu lihat Saudi is coming. Dexter, Ari Wedding Fan Bali langsung. Ikat dia ler.
Найс! Найс, я! Марка! Какую же невероятную работу сейчас проделал Банана. Он зашел в бэклайн. Кинах еще раз трансляцию. Не дал ему ничего сделать. Дикит бабана воранг. Решающий момент. Причем он это делает не первый раз. Ульта от Клауда. Достаточно дэмэджа по Алену. Прилетает Ален. Практически погибает. Скалер живет. Там еще щит срабатывает. До него выживает Ален. Выбивает первую жизнь. Ален погибает. Алло. Алло. Лансом садим на небесня. Зиди, а? Boleh dipencet dulu like ya kita sambil lihat nunggu lihat apa abang-abangan bikin judul.